Рон, скажите, пожалуйста, а есть ли на Земле представители звездных рас или галактик, или если есть, то цель их нахождения на Земле? Я не знаю. Мое предположение такое, что, скорее всего, здесь находятся существа, которые являются зрителями, но они не проявляются в виде физических тел и не проявляются в виде каких-то вот твердых таких элементов. Я считаю, что на планете Земля таких там, космических ракет, техногенного происхождения из далекого космоса, каких-то людей, которые прилетают, этого нет. Все, что появляется, это техногенные проявления, которые связаны с хлопыванием паранормальных миров, в которых мы проживаем, и это просто элементы будущего, которое будет на Земле, или прошлого. Ну, как бы это мое мнение, его можете поддерживать, а можете нет. Не доказать, не опровергнуть, к сожалению.